Итак, ладно, все. Заканчиваем с фармом. Погнали. Наконец-то качать линки. Кстати, надо бы еще сдать квесты Изи. Так, ты выполнил, да, молодец, ты выполнил мою просьбу. Да, галерея Моноды, что ты исследовал, много отличается от знакомых тебе обычных дверей. И хоть в обоих местах могут таиться сильные тени, похоже, галерея ведет глубже в Тартар, а значит, там обитают более опасные тени. Однако и награда может быть гораздо больше. Одолев всех не внутри галереи, ты откроешь новый старший аркан. Он поможет тебе стать сильнее. Я не настаиваю, чтобы ты шел на риск, однако надеюсь, что ты продолжишь попытки пройти галерею до конца. Обитатели бархатной комнаты всегда с удовольствием наблюдают за твоим ростом. К тому же, это на шаг ближе приближает меня к исполнению заветного желания. Прошу прощения, я не хотел отнимать у тебя время твоей болтовни. Да не, я только с радостью поболтаю с тобой. Верно, ребят? Так, отлично. О, 40к. Давайте закончим. Все, отлично, пофармили. И впереди, ребят, у нас летние каникулы. Так, выходит сообщение. Угадай, кому тут скучно. Так, учитывая, ребят, бонус на статы, мы пойдем сейчас качать какой-нибудь стат. Линки придется оставить потом. Так. Ребят, что качаем? Эрудицию или смелость? Эрудиция нам нужна для Мицуру, а смелость, для чего она там нам нужна, я уж не помню. А, смелость для Фуки, точно. Не, с обаянием все норм, пятый. Эрудицию? Окей. Так, сначала зайдем сюда. Да, блин, что интересно. А, блин. Так, и теперь вопрос, куда лучше пойти качать эрудицию теперь? Ну, у себя в комнате за книгами. Выбора просто больше нету. Погнали смелость качать. Отлично.
Чувак, как жизнь? Послезавтра уже полнолуние, да? О, ребят, вот она, та самая фраза. Я раскочегарен. Пошли, надерем сорокатаны. Да. Жаль, конечно, что мы ее увидели заранее. Я не думал, что мы будем проходить игру сразу, вот как только она была на первый взгляд. О боже. Кринжатина. Жара, конечно, несусветная, но мне она нипочем. Ты же знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать. Я нашим врагам не по зубам. Да-да, я знаю, знаю. Одноклассница на время отдала мне сериал на DVD. Окей. Очарование. Нет, спасибо. А, тут ничего не поменялось, к сожалению. Ну ладно, погнали тогда. Сидеть с Танакой. А, Монти, ты как раз вовремя. У тебя есть свободное время, потому что я готов преподать тебе важнейший урок в жизни. Следует добавить, это абсолютно бесплатно. А стоп, у меня нету персоны. Надо пойти взять. Персоны... Так, ну можно убрать вот такие. Ну а Берона... Нет, все-таки я бы его не стал бы сейчас еще убирать. Его надо зарегистрировать еще. А, хотя нет, стоп, он хорош, ладно. Берона тогда уберем. ようこそベルベットルームへ。ペルソナ全書に登録なさい。登録いたしました。これまでの歩みでございます。こちらを引き出すのです。それではこちらを受けたまわりました。またの。Ну, руками, да, есть такое. Это как с Golden, когда добавили ночную тему Snowflakes, которая просто топчик. Натурат. Не, он был зареден до этого. Там он не вырос в уровне вроде. Прежде чем приступим к занятию, скажи, видишь во мне какие-либо перемены? К примеру, отчасти. О, так ты заметил. Я оздоровил свои волосы. Разве теперь они не выглядят лучше? Может показаться лишней суетой, но в моей работе внешность крайне важна. Надо заметить, что дома я выгляжу совсем иначе, одеваюсь как бомж и принимаю душ не чаще, чем раз в три дня. Окей. Позволь придумать аналогию.
Овощи. Идеально. Представь себе, корявый огурец, выращенный на навозе. И сравни его с идеальным, но выращенным с помощью химических удобрений и пестицидов. Какой из них, как ты думаешь, предпочтет закупить супермаркет? Естественный. Красивый. Такова голая правда. А ведь он прав. Неуклюжие, изогнутые огурцы трудно аккуратно разложить. Так что магазины предпочитают прямые. Вкус и безопасность даже не рассматриваются. Нам продают огурцы, от которых даже вредители нос воротят. Но почему же потребители покупают такие огурцы, даже зная правду? Элементарно. Люди верят в то, что видят. Нашим миром правит не реальность, а внешний образ. Ребят, как же его слова актуальны в 24-м году-то, а? Поэтому, хоть я и терпеть не могу лишние траты, мне приходится покупать дорогие галстуки, чтобы завоевать доверие людей. Постой, помнишь, что я недавно сказал? Насчет того, что одеваюсь как бомж и не моюсь каждый день. Не смей никому об этом рассказывать. Нельзя допустить, чтобы люди начали считать меня заурядным обывателем. Я признался в этом только тебе. Остальные не должны ничего знать, ясно? Ребят, сохраним это в секрете всем чатика. Так, открылся, окей. Просто напоминаю, не говори ни единой душе, если я нарушу обещание. Ладно, думаю, тебе можно доверять. Беги уже. О, нормально. Бомжур. О, господи, ман, хорош. На сегодня. Угу. Жизнь. Окей. Так. Учеба. Ну что ж, погнали. Прям. Привет. А у меня продленка. Но я не пойду. Поиграешь со мной? Конечно, поиграю, ребят. Михаил, что? Так. А, тут и смотреть Last Judgment, понятно. Приятного просмотра. Ай, блин, без линка. Сегодня. Блин, когда третий Judgment? Никогда, скорее всего. О, привет, с возвращением. Завтра полнолуние. Ты готов, Монтику? Ага. Хорошо, я тоже. Но нам нужно быть готовыми, не только морально, но и физически. Завтра вечером мы все останемся в общежитии. Так что давай покончим со всеми делами сегодня. Отлично. Выложимся по полной, как и всегда. А то... А, еще первую часть смотришь? А, ну окей, ладно.
Ну, хирург, как операции? Привыкаешь или нужно время? Все нормально, спасибо. Удачи в следующий раз. Я буду болеть за вас. Но поберегите здоровье в тени. Ладно, хорошо он шифруется. Количество потерянных значительно увеличивается перед полнолунием. Я изменила свое задание на победу любой ценой. Не-не, Пеппер, в смысле, ремастер Persona 4 уже вышел, называется Persona 4 Golden. Так что ждем ремейк теперь. Это... Тебе помочь? Мы должны победить и на этот раз. Я приложу все усилия, ведь тогда я смогу опять увидеть поправившийся Коротян. Тяжело дается это слово. Я подумал, что тебе важно это услышать. Состояние Коромару, похоже, улучшается. Радуется слушать. Да, пусть у него и маленькое тельце, но он боец. Нам стоит поучиться его умению, не отступать от своего. Ну, Коротян красава, никто не спорит. Я уже нервничаю насчет завтрашнего. Пойду еще раз проверю, насколько я готова. Так, и вся тут хихипа. Так, сегодня ничего нету. Отлично, тогда... О, кстати, точно. Надо зайти в участок. Взять награду за спасение. Так. Так, продать мусор. Ребят, вы посмотрите, сколько у нас денег. Мы богаты. Вот, ребят, сейчас деньги закончатся. О, ребят, сейчас деньги закончатся. Ничего так дорого. Короче, ребят, надо идти фармить дальше. Блин, еще аксессуары. Вот, кстати, вот эти нужны. Да, мы только что были богаты, а уже стали бомжами. Riding up to the top.
А, да, все. Степан, слил на плохих девушек и да, какая разная, плохое. Так, качаем мозги сегодня. Так, сегодня полнолуние, появится сильная тень. Мне стоит остаться дома и поберечь силы. Да-да. Ну что ж, погнали, ребят. Сюжет, наконец-то. Ну что ж, и снова полнолуние. Кто там, Ямагиси? Да, она здесь. Есть показания мощной тени, как и ожидалось. Ну а это по мне. Она у заброшенных домов в северной части Иватодая. Но тут что-то странное. Показания идут из-под земли. С глубины почти в 10 метров. Может, из какого-нибудь подвала? На городостроительных планах Северного порта нет подходящих под эти критерии построек. Но когда-то там был подземный военный бункер. О, как. Военный. Правда? Ну, в ее памяти загружены геодезические и городостроительные данные. Правда, эту информацию уже 10 лет не обновляли. Подтверждаю. Это данные 10-летней давности. Эй. Может, пора обновить тогда? Да, пора переходить с XP на 10-ю винду. Плохая идея. Так что мы делаем? Враг под землей. Информация устарела. Понять не имею. Надо идти туда. Отсюда мы вряд ли узнаем что-то еще. Наследие войны. Ситуация до сих пор не ясная. Тогда решим, кого отправлять, когда доберемся до места. Соглашусь. Принято. Ладно, идем. Ой, северный порт. Вот туда. Вот в подземный комплекс. Даже не знал, что совсем рядом с нами есть такое место. Это должно быть где-то здесь. Вы молодцы. Блин, что-то это место прям выглядит иначе. Но неплохо. Кто это? Люция их вообще не чувствовала. Приятно наконец-то познакомиться лично. Меня зовут Такая. А это... Дзин. Нас еще называют Стрегой. Мы уже какое-то время наблюдаем за вашей деятельностью. Насколько мы знаем, вы праведно сражаетесь ради спасения мира. Увы, но сегодня мы пришли, чтобы положить этому конец. Ну-ка, повтори.
Праведно. За такое короткое время вы собрали много новых союзников. На этой земле все-таки столько грехов. О, Тартар, как всегда красиво стремится ввысь. Вы знаете о Тартаре? Чего вам? Ты знаешь? Тут скорее вы знаете. Антатачи это вы, а не ты. Многочисленные. Стоп, с чего вдруг? Вы хотите нас остановить? Ответ довольно очевиден. Если не станет теней темного часа, мы можем потерять силу. А на такое мы пойти не готовы, ясного? Силу? У вас тоже есть персоны. Призываю вас лучше все обдумать. Вы правда хотите лишиться способностей? Сила персоны подвластна не каждому. Темный час. Это неизведанные земли, изучать которые можем только мы. То же самое можно сказать и про башню погибели. Так вот почему вы хотите нас остановить. Тогда это вам. Надо подумать лучше. Ты знаешь, что случится, если мы будем сидеть, сложа руки. Тень или нет, какая разница, что именно вызовет очередную катастрофу. Беды были, есть и будут. И люди все равно будут уничтожать друг друга, хоть тенями, хоть без них. В любом случае, никто не может предсказать, какие несчастья и на чью долю выпадут. Гораздо важнее, чтобы вы наконец-то признали правду. Вы же не отрицаете, что темный час сделал в вашей жизни полнее, дал вам цель. Вы не правы. Помолчу. Что? По-вашему, мне это нравится? А разве нет? Остальные, вам тоже хочется вернуться к той жалкой жизни, что была у вас до этого? Что ты сказал? Лично мне... Новое совсем не нравится. Да все равно каждый из вас сражается по своим эгоистичным причинам. И ваша эта справедливость просто оправдание. Среди вас нет никого с чистыми намерениями. Вы все лицемеры. Так что хрен вы нас остановите. Ну-ка, повтори. Развлекайтесь. Черт, они нас заперли. Для паники нет причин. Рекомендую не растрачивать ресурсы, а сосредоточиться на Ини. Как на приоритетной задаче. Да, они только и хотят, чтобы мы паниковали. Мы начали паниковать. Тень движется. Кажется, она нас заметила. Хорошо, переключаемся на изначальную цель. Выход поищем после победы. Понти, выбирай себе команду. Всем подготовиться к бою. Ну, Турат, хороший вопрос. Случилась небольшая заминка, но предлагаю сконцентрироваться на задании. Я чувствую присутствие цели за этой дверью. Как только будете готовы, можем идти.
О, да. Узон пошел. Ну, это все-таки немного другая версия, не на оригинальную. Обновленная, так сказать. Чувствую цель в двух блоках впереди. Она медленная, но движется в сторону нижних уровней. Догоните ее. Мне кажется, это место использовалось во время войны. Ну да, заметно. Когда-то это был живой человек. А, серьезно? Я сразу не заметил, что там скелет. Ну, Трат, ну, ему еще расти и расти до Райдена, если ты про это. Это место. Наверное, во время войны здесь был какой-то арсенал. Следы свежие. Возможно, их оставила наша цель. Будем смотреть в оба. Так, на столе что-то лежит. Это документы. В надежде, что это послание достигнет дорогих мне людей, я запечатал дневник, чтобы уберечь его. И немногие из нас, кто выжил, выполните нашу задачу. Многие из наших последователей не познают наш успех. Я молюсь о том, чтобы их души обрели покой после этой смуты. Моей матери, моей жены. И моим детям. Прошу, не думайте, что я бросил вас. Если для того, чтобы у вас было будущее, мне нужно отдать свою жизнь, то я с радостью это сделаю. Почтите мою память, живя дальше. Раз, с удовольствием. Хозяева персон. Нужно быть осторожнее. Если вообще их не почувствовала. Прошу прощения. Я сосредоточусь на тени. Цель впереди. Готов? Да, я наготове. Натурас, что ты там сказал насчет танка? Так вот почему тут были такие следы. Похоже, тень использует этот танк для защиты. Готовьтесь, сейчас нападет. Босс-танк. Ее аркана правосудия? Нет, стойте, или колесницы? Что? Я вижу одного врага, но чувствую двух. Никогда не встречала такой тени. О, да.
Ну, спасибо. Да. Нормально так. Я такой, типа, сейчас забавимся, дебафнем, нормально. Ну, ну да. Попытка номер два. О, второй раз хорошо сработал. Ну, да, вот как-то так. Да. Вы думали, я зря криты ставлю? Сейчас. Уже можно работать с этим. Теперь ясно. Турель — правосудие, а большая тень — колесница. Кажется, маленькая тень менее вынослива. Теперь мы одолеем их по очереди. Да зачем, блин, я только... Ну, собственно, да. Ну, типа да. Я все равно сниму защиту от льда. Айдис, конечно, красава. Ну,
Хорошо. Немного не в того. Отлично. Минус один. Да, точно. Похоже, эти враги могут возрождать друг друга. Придется убить обе тени одновременно. Я еще пытался вспомнить, каких теней была такая фишка. Вот они. Айдис, конечно, да. А, блин. Броня танка, она прочнее, чем у всех известных нам теней. Вот бы у нас получилось разорвать их связь мощной атакой. Ну, сейчас сделаем. Ауч. Всё, Айгис, пора надирать 40 танок, как сказал Джунпей. Осталось.
Мы завалили танк. Так, седьмой и восьмой завалили. Еще чуть-чуть, ребят, осталось. Фигня. Да, слушаю. Это Мицуру. Мы нейтрализировали цель. Молодцы, возвращайтесь. Но у нас возникли сложности. Нам помешали незваные гости. Похоже, они тоже пользуются персонами. Персонами? Да, где они? Они появились в темный час и, судя по всему, знали, кто мы. Они не сказали ничего такого, что могло бы намекнуть, кто они. Да, было кое-что. Они назвали себя Стрегой. Стрега? Стрегой. Ладно, я попытаюсь что-нибудь узнать. Спасибо. И еще кое-что. К сожалению, мы попали в их ловушку. И сейчас заперты внутри бункера. А, вот как. Поскольку угроза устранена, я отправлю за вами кого-нибудь, как только смогу. Мы будем ждать. Извините за беспокойство. Другие люди с силой персоны. У нас появились неожиданные враги. И они тоже используют персону. Несмотря на это, в этом месяце нам удалось остановить тень. Это на некоторое время снизит число жертв. Я вымотался. Скорее бы вернуться и отдохнуть. Хорошая. Да, привет и до свидания. Ну, Филдин, это же символ. Надо оставить его на память. Так, ладно, ребят. Думаю, это хороший момент, чтобы сегодня остановиться и продолжение следует.